Всем привет, хорошего настроения. Сегодня у меня вот такая красота. Это у нас Наташа Айко. Всем известный гибрид гигантеи на фаленопсис самбо. Вот. И знаете, когда я его видела в продаже и наблюдала весь ажиотаж вокруг Наташи Айко, мне всегда казалось, ну да, гигантейный гибрид, интересный. Цветочек красивый, пестренький, даже такой вот розово-зеленый с переходами. И я как бы думала, ну да, симпатичный, милый гибрид, но не более того. И вы знаете, когда я увидела вот этот цветущий гибрид в продаже, мне очень захотелось его купить. И когда я за ним поехала, у меня были даже такие мысли, то можно было как бы и не покупать. В принципе, не было такой прям яркой нужды его покупать. Но такие мысли у меня были ровно до того момента, пока я его не взяла у девушки, не забрала и не привезла домой. И когда я стала его разглядывать, я просто в него влюбилась. У него очень красивый вкусный аромат. Основная нотка цитрусовая и очень много сложных каких-то цветочных ароматов, сладких. И при том основной аромат цитруса. Не горький, не приторный, не такой навязчивый, а именно вкусный аромат, который хочется подходить и еще раз ощущать. Вот, и когда я приехала домой, вот этот размерчик, это размер 2,5. Может быть, на камеру немножечко кажется больше, но как бы это такой уверенный размер 2,5. И у него вот первое домашнее цветение, не мое, а хозяйки предыдущей. И у него 3 цветочка. Вот такие очень красивые. Каждый цветок 6 сантиметров. Вы знаете, я очень в него влюбилась, потому что он какой-то вживую, в реальности он какой-то нереальный. Гигантейные гибриды, они все, конечно, прекрасные, все интересные, каждый по-своему, и цветом, и размером, и формой листьев, и... Но такого круглого, такого четкого, такого большого цветочка я еще как бы среди своих гибридов не встречала. Они все-таки больше в гигантею идут, и цветочки сами не прям такие ахти, как крупные, или не прям такие, какие очень эффектные, они своеобразные, такие карамельные текстуры, глянцевые, как и у всех гигов. Вот, но вот этот цветок, он стоит того, чтобы, если вы фанат гигантейных гибридов, его стоит себе приобрести. Потому что он очень действительно эффектный, и это всего лишь первое цветение. Вот даже на фоне листвы можно наблюдать, насколько крупные цветочки. Размер 2,5. С оборотной стороны очень хорошо понятно, и видно, что цветок крупный, большой. Это всего лишь цветение на 3 цветочка. И оно уже такое эффектное, такое... красивая. Растение посажено в закрытую систему, и к ней надо, конечно, привыкать. Скорее всего, я его буду пересаживать в обычный горшок девятку с отверстиями внизу, потому что мне будет так спокойнее и удобнее за ним ухаживать, потому что здесь вот уже такая поросль мха, у него там своя система, все ему нравится, но по поводу полива это такое двоякое ощущение, когда ты не сажал это растение, когда ты не знаешь, что внутри, какие были корни, и мало того, я их, наверное, вряд ли увижу, какие они растут, потому что тут слой мха очень такой активный, зеленый уже. Вот, и все-таки для полива, для удобства, для того, чтобы его не залить и не пересушить, я буду в девятку пересаживать, в
которой я, по крайней мере, буду видеть, как корни развиваются и что происходит внутри горшка. И, естественно, я не буду ворошить уже устоявшуюся систему, которая есть. Я попытаюсь ее просто достать и методом перевалки его пересадить. То есть практически не трогая, просто обновив ему по бокам коры и немножечко, как бы немножечко освежить посадку. Но основная суть моей перевалки будет его не тормошить, не тревожить. И по многим отзывам я слышала, что Наташа Айко, она очень капризная, что она очень своеобразная, такой гибрид, что она практически такая мадам, которая может взять и ни с того ни с сего помирить. Чего нам бы не хотелось, потому что он такой крепенький 2,5, с хорошей корневой, зацветший. Поэтому максимум сохраню ему те условия, к которым он привык и в которых он, собственно, зацвел и развивался. Цветок кремово-белый с зелеными краями на петалиях и сепалиях. Вот. Губа вот такая рюшистая, как мороженое, знаете, такое с ягодами. Вот такой цвет. Если вы фанат гибридов на гигантею, то именно это очаровательное растение стоит того, чтобы его взять в свою коллекцию, потому что цветок очень крупный, очень эффектный, очень ароматный. Я в восторге от него, мне очень нравится. Я, когда его везла, я прям думала, ну зачем мне уже столько орхидей, ну у меня и гибридов много, и всего много. Думаю, ну ладно, пусть растет. Но когда я его достала, конечно, мнение мое полностью изменилось. Сейчас попробую вам показать немножечко издалека. Вот соотношение листвы. Это размер 2,5, и посмотрите, какой эффектный, какой четкий, круглый, крупный, потрясающий цветок. Первое цветение на 3 цветочка, и уже как бы такой эффектный букетик, хоть и небольшой. На солнышке он ароматит еще больше. Вечером стоял в абсолютной полутени на подоконнике, на котором солнышко вообще не часто бывает. И вы знаете, также потрясающе ароматил, чем меня удивил. Обычно гигантейные гибриды пахнут на солнышке. Цветок потрясающий. Мне понравился тем, что у него петалии и сепалии не зауженные, а они такие красивые, развитые, кругленькие. Цвет, конечно, вот этот вот с зеленым оттенком, с тигрушечками такими бордовыми. Очень удачный гибрид. Так как многие гибриды, конечно, я уже видела, как цветут гигантейные, поэтому есть с чем сравнивать. И этот, именно Наташу Айко, стоит все-таки купить. Можно отказаться от других многих гибридов. Посмотрите, какой крупный цветочек. Сейчас летом вижу ее в продаже и в размере 1,7, и в размере 2,5. Вот уже второй день попадается на глаза в продаже. Хотя до этого, кстати, я не отслеживала ее появление и вообще как-то не планировала ее приобретать. Жалко, что невозможно передать аромат через камеру. Это было бы самый убедительный фактор в пользу того, что ее стоит купить.
Жалко даже, знаете, потормошить вот эту всю систему, но в плане полива это придется очень аккуратно поливать. И, честно говоря, не очень люблю ухаживать за растением, когда я вообще даже не представляю, что у него в горшке. Какого качества корни, есть ли они у него. Что внутри, какой субстрат. То есть я понимаю, что сверху лежит мох, выложен мох, и внутри наверняка кора и мох. Но опять же, это мои догадки, и с поливом придется крайне аккуратно. В первый раз я его полила на второй день после покупки, и я просто вот так вот, наверное, на 1/4 налила ему воды, которую он потом поднимал по горшку и выпивал. Но, честно говоря, самый нелюбимый момент — ухаживать за чужим растением, когда ты полностью не знаешь, что внутри горшка. Потому что риск залить или пересушить достаточно велик, а растение потерять не хочется. И тревожить не хочется, поэтому будем переваливаться. И постараемся вообще поменьше стресса ей создать. Вот такая красавица. Наташа Айко. Это гигантейный гибрид, гигантея на фаленопсис самба. Целый год у меня, один какой-то год, был без фаленопсисов. И сейчас я даже уже боюсь посчитать, сколько их. Их точно около 100. Только одних фаленопсисов. И что-то я с какой-то ненормальной силой их накупила. Это еще помимо многих других покупок. Вообще не фаленопсисовых. И с ужасом думаю, господи, на все лето я себе полив обеспечила. Беспощадный, каждодневный. Скоро будет посылка с вандами из Таиланда. Это от поставщика Почара и еще некоторые посылки. То есть что-то будет из вандовых, ринантер. Обязательно покажу, что придет. Но все ванды уже взрослые, хорошие, крупные. Вот и спасибо за просмотр, хорошего настроения. Пока-пока.